всегда был очень-очень активным ребенком. Всегда со всеми общался, друзей было много, занимался спортом, в школе учился хорошо. Его увлечением была железная дорога. Он всегда просил родителей, чтобы они брали его за руку и вели на железнодорожный вокзал. Хотелось идти, идти, идти. Наверное, это увлечение, наверное, эта мечта и определила уже в будущем его и университет, и определила в будущем и его профессию. Школа на отлично, медаль. Студенчество, красный диплом. Однажды на собрании активистов студенческой жизни он впервые в своей жизни случайно увидел ее. Разумеется, Катя была сразу умной, сразу взрослой, сразу максимально красивой. Друзей также было всегда много. В школе она также училась хорошо, еще и успевала заниматься спортом. Она впервые на собрании студенческого актива видит Антона. Он видит ее. Это были потрясающие, счастливые годы, которые оба наших главных героев вспоминают с самой широкой улыбкой на лице. Встречаем. Громкими аплодисментами. Самые счастливые люди сегодня на планете, история которых началась уже очень давно. Наши молодожены Екатерина и Антон! 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 Безмерно благодарна вам за то, что сегодня вы в этом зале. Большое вам спасибо за то, что вы нашли время, силы приехать, нам разделить с нами эту радость. Наши родные, наши друзья – это наше богатство. Ну что, поехали! Быстрая мысль пробежала о том, что да, хорошая, красивая девушка, было бы неплохо с ней познакомиться. Я был вынужден уехать в другой город, жить и учиться. И однажды мне Катя написала, что она мечтала увидеть зимний Байкал. И когда мы поднялись на пик Черского, это там в Листвянке, мы с ним разговорились. Мне было грустно так уезжать, мы поняли, что нравимся друг другу. Полтора года мы встречались на расстоянии, это был очень непростой, но очень важный период в наших отношениях. Попраздновал свой день рождения с подругами и тут... Они мне завязали глаза, сказали, у нас для тебя есть сюрприз. Открывают глаза, я смотрю, стоит Антон
садится на колено, делает мне предложение. В общем, у меня получился двойной праздник. И никогда в своей жизни так сильно не волновался. Антон очень мужественный, он очень сильно меня любит. Любит всегда брать решения в свои руки. Я очень сильно ее люблю, потому что она помогает раскрывать мои мужские качества. С ней чувствую себя настоящим мужчиной. Я очень сильно благодарен ей за ее внимание, заботу, за все, что она делает для нас, для наших отношений. И я обещаю, что когда она станет моей женой, я буду только все это приумножать и буду всегда ее защищать, делать уверенным завтрашний день, и мы будем счастливы. Я очень сильно рад и благодарен судьбе, что я встретил именно этого человека, что именно она будет моей женой. Я уверен, что все у нас будет хорошо. Сегодня день нашей свадьбы. Я очень сильно ждала этот день. Я хочу, чтобы я его запомнила на всю жизнь. Милые мои, я вас очень сильно люблю. Я вас поздравляю. Знаете, у меня сегодня самый счастливый день. Сегодня в моей родне очень много людей прибыло, целый полк. Дорожите этим моментом, гордитесь собой, любите, цените каждый день, каждый час, цените каждую секунду, когда вы вместе, потому что ваша работа подразумевает какие-то разъезды, переезды, это ваш выбор. Я вас очень люблю и поздравляю. Мой лучший друг, я все-таки попал на эту свадьбу, я очень за вас рад, я знаю, то, что ты очень надежный, верный товарищ, друг, ты будешь таким же надежным мужем. Я желаю вам всего самого хорошего. Еще никто не желал счастья, здоровья. Желаю вам счастья, здоровья. Поздравляю вас еще раз. Сегодня, 14 сентября 2018 года, с вашим взаимным согласием, в полном соответствии с семейным кодексом Российской Федерации, ваш семейный союз власти, данное мне государство, объявляю вас мужем и женой. Поздравляю! Вы действительно те, на кого стоит равняться, с кого стоит брать пример. Спасибо вам за эту возможность. Красивые, молодые, открытые, искренние, настоящие, любящие. Вы оба любите путешествовать. Так пусть каждый год вы будете открывать для себя новые страны и города. The carnival, we watch them go round and round. All we knew of home was just a sunset and some town. Жизнь как железная дорога. Вы тесно с ней связаны, то есть вы должны меня понять. Желаю, чтобы ваша дорога была как железная. Такая же надежная, достойная, прямая и ровная. Когда люди поистине любят друг друга, то они теряются во времени. То есть им всего лишь достаточно того, что они находятся друг с другом. Хочу, чтобы ваши путешествия были не только по командировкам, а чтобы по желаемым городам и странам. Историю делают через рукопожатие. Так вот, я хочу, чтобы вы делали историю не через рукопожатие, стоя друг напротив друга, а чтобы вы держались за руки, плечом к плечу, и самое главное, вместе. За любовь, за вас, мои дорогие. Я уверена, что я буду вспоминать этот день и
Спасибо за те искренние эмоции, которые вы сегодня подарили. Вот, сегодня был невероятный день. Я очень долго его ждал, и Катя его очень долго ждала. И большое спасибо всем вам, что вы нашли время, приехали сюда и разделили этот день с нами. Праздник удался, и большое вам спасибо. Мы вас очень сильно любим!